Дорогие друзья, сегодня я прошу передать свои искренние поздравления с днем рождения одному замечательному человеку. Я поздравляю тебя, Андрей, с этим днем. Далеко не секрет, что ты настоящий герой, человек с большой буквы. Мужчина, на которого можно всегда положиться. Ну а законы супруги можно с ним лежать всегда и везде, и в любое время. Пользуясь случаем, хочу передать привет от Министерства обороны, от президента России. Все мы желаем тебе крепкого здоровья и мирного неба над головой. До тех пор, пока в стране есть такие отзывчивые, смелые люди, как ты, Родина может спать спокойно. Прими наши искренние поздравления, Андрюш, и помни, что мы тебя искренне любим, помним и, конечно, ценим. И еще раз поздравляем тебя с днем рождения.